Ребята, всем привет! Мы приехали во Владимир на выставку художника Ильи Чаруна. Посмотрите, какие красивые картины, боже мой! Они просто настолько волшебные, мы настолько потрясены выставкой. Абсолютно нереальные ощущения. Если кто-то будет во Владимире до 10 января, приходите. Обязательно посетите эту выставку в Доме художника, парк 850-летия. Ну, раньше он так назывался, я не знаю, как сейчас. Вот. Сейчас я вам покажу. То есть вот эта выставка. Ну, приходите, не пожалеете. Мы как раз пришли на эту выставку, познакомились с великолепным художником Михаилом Блиновым. Посмотрите, какие шикарные скульптуры. Сейчас я вам его покажу. У меня теперь новый. Теперь я умею. Всем привет. Красота. Шикарно. Я сейчас вам покажу работу. Это просто потрясающе. Посмотрите, какой кабан. Вот еще есть одна девочка. Я просто не затащусь. Она рыжая, она похожа на меня. Всем пока. Приезжайте во Владимир.